Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online.gdz.net, номер 136. Куб с ребром 15 сантиметров рассекли двумя разрезами, как показано на рисунке. Сколько получилось частей? Частей получилось 4. Вот первая часть, вторая часть, третья нижняя под первой частью и четвертая нижняя под второй частью. То есть всего 4 части. Найдите объем каждой части. Чтобы найти объем параллелепипеда, надо длину умножить на ширину, умножить на высоту, то есть перемножить 3 его измерения. Давайте найдем объем первой части. Измерение первой части, если посмотреть по рисунку, 3 сантиметра. Давайте допишем, чтобы было видно. 10 сантиметров. И 15 сантиметров. Поэтому надо 3 умножить на 10 и умножить на 15. А это равно 450 сантиметров кубических. Найдем теперь объем второй части. Я эти части выделила другим цветом, чтобы они не сливались. Итак, посмотрим размеры второй части. 3 сантиметра высота этой части, 5 сантиметров и 15 сантиметров. Значит, надо перемножить эти измерения. То есть 3 умножить на 5 и умножить на 15. А это равно 225 кубических сантиметров. Найдем теперь объем третьей части. Она находится под первой частью. Высота ее 12 сантиметров. Мы видим еще одно измерение 10 сантиметров и ширина 15 сантиметров. То есть объем третьей части находится 12 умножить на 10 и умножить на 15. А это равно 1800 сантиметров кубических. И осталось найти объем четвертой, последней части. Измерение четвертой части, она находится под второй. 12 сантиметров, 15 сантиметров, 5 сантиметров. Значит, 12 надо умножить на 15 и умножить на 5. А это 900 сантиметров кубических. Мы нашли объем каждой из частей. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.